как разглядеть за днями след на четке. Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки. И старшей было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, проворное презрение к войне. То утро танки вышли прямо к Химкам. Те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара, заслоняясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка, ой, родная! Огонь! И залп!» И тут они заголосили, девчоночки. Запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружило небо. Снежное, рябое. Был ветер, обжигающий, горяч. Блинный плач летел над поем боли. Он был слышнее взрывов, этот плач. Ему протяжному земля обнимала. Остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочки! Ой, страшно мне! Ой, мама! И снова... «Батарея!» И уже пред ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскидывалось эхо над полями. Бой медленной кровью истекал. Зеничицы стреляли и кричали, размазывая слезы по щекам, и падали. И поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою, в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Весенние пружинящие ветки, торжественность венчального стола, несказанное «ты моя навеки», неслышанное «я тебя ждала», и губы мужа, и его ладони, смешное бормотание во сне, и то, чтобы закричать в родильном доме: «Ой, мамочка! Ой, мама, страшно мне!» И ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это позже, 45-м. Конечно, к тем, кто сам пришел своими.